Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в The Binding of Isaac в прямом эфире на Twitch TV. Сейчас я его немного потише сделаю, а то он что-то так орёт. Может, мне кажется, но у меня горло немного болит. Я не хочу его перекрикивать. Я бы даже, наверное, еще чуть-чуть тише сделал. Что-то не то. Так. Атака вопросов по Clash of Clans, да? Всем приятного аппетита. Оу! Не та кнопочка. Геймпад. Такой геймпад? Зачем ты мне выключил Айзека? Что происходит? Какое-то неудачное у нас уже начало. Неудачное начало. Так, попытка номер два. Да-да-да, давай. Давай, поехали. Окей, что мы сделаем? Давайте посмотрим, челленджа нет. Давайте ран за кого? За кого? Кто у нас еще не убивал никого? Самсон у нас закрытый, поэтому он еще никого не убивал. Ага. Ну и все, все остальные вроде бы всех, ну как минимум, сердце по разику убили. Ладно, давайте попробуем рандом. Если только нам выпадет Азазель... Хотя мы Азазелем давно не играли. Человек-говнюк, твой вопрос не в счет. Ты это... Ну, в общем, да. Давайте рандом попробуем. Даже если выпадет Азазель... Слушайте, Азазель не выпадет. Ну, Каин, хорошо. Вангую на хорошую первую сокровищницу. Ну, давай посмотрим. Я вот сейчас посмотрю. Я, по-моему, ни разу так и не смотрел, что конкретно делает этот вопрос. Хороший он или нехороший? Я почему-то его не вижу. А, или подождите, это у нас проклятие, да? Было проклятие. Какое-то проклятие, по-моему, которое я пропустил. Могу я посмотреть, есть у нас проклятие? Нет, тут... А, да-да-да. Curse of the Blind. Я не вижу айтемы. Таурус, слушайте, да? Таурус, я... Нет, я могу посмотреть, что дает нам Таурус. Я не успел прочитать. Камни я не ломаю, но рога у меня такие. Слушайте, интересные. Демок там поднялся. Сейчас я быстренько... Офигеть, рандом и не Азазель. Скоро снег пойдет. Да-да-да, Таурус. Давайте сейчас быстренько посмотрю. Здесь они... Там, где я смотрю предметы, они в алфавитном порядке. В принципе, найти будет несложно, я думаю. Или не в алфавитном? Нет, в алфавитном. Нужен. Может, ребята уже написали мне в комментах. Да, я сижу, вот это сейчас ищу. Спайдер, стигма, бла-бла-бла. Так... Технология, я где-то близко. Тами Таурус. Скорость уменьшается. Run Rage is Building. Когда мы находимся в комнате с противниками, ваша скорость увеличивается каждые 0,65 секунды. 0,065 секунды. Когда вас атакуют, скорость... Слушайте, какая-то тема такая суровая. Так. My little unicorn invisibility for a few seconds. Increasing speed, allowing him to run into enemies and deal 40 contact damage per hit. The time it takes for the effect to activate... Так. Seed star. Ух ты, елки-палки. Чё-то такое. Интересное. Короче, посмотрим. Можешь кинуть ссылку на предметы? Да, держи. Ссылочка на предметы. Отличный сайт, они здесь в алфавитном порядке, как оказались, поэтому искать их гораздо проще уже, чем я вот раньше просто по виду искал. Можно их искать просто банально по названию. Так, скорость мне понизили, но она увеличивается с каждых... Даже не полсекунды, ну короче...
во время пребывания в комнате с противниками. Да, я вот краснею уже, краснею, и My Little Unicorn включился, я могу теперь бодать всех. Слушайте, у меня знак зодиака такой когда-то выпадал, по-моему. Угу. Нормальный знак зодиака, будешь еще и в единорога превращаться. Ну вот, в единорога я уже превращаюсь. Для Айзека Русик попадался, качни. А смысл? Зачем тут Русик? Он просто-напросто не нужен здесь. Мне кажется, совсем не нужен. Здесь и без него вполне-вполне хорошо. Тут нету каких-то сложных диалогов, названия айтемов. Ну там, да, перевести плюс демек, плюс минус спид я как-то как бы... И без русификатора смогу, по-моему, это не так сложно. Так, сердечко синее. И все. Вот вам и вся первая комната. Ну, такое, такое. А я смертельное оружие смотрю. Ну, клево, наверное. Еще такой вопрос. От который раз ты смотришь смертельное оружие? О, скорость как растет. Сейчас мы превратимся, да, опять же, в этого единорога, и я просто пойду их и забодаю. Умрите, гады. Слушайте, а в принципе интересно. Мамины, по-моему, труселя там были, дальность увеличилась. По-моему, вполне интересный такой вариант. Это и есть зодиак. Да, но это... А, подожди, да, это именно... Он просто так называется? А, бык. А, да, слушай. Что тут надо делать? Надо выживать. Надо тащить, убивать и выживать. У меня бомб нету. Денег есть 7 монет, но мне кажется, что скидочка, на скидочку нам не повезет, поэтому пойдем дальше. Здесь вроде больше нам делать нечего. Что за русик? Наверное, он про русификатор говорил, я так понимаю. Этот этаж похож на единицу на миникарте, может быть. Так, пауканы взрывающиеся. Пауканы взрывающиеся. Надо дождаться неуязвимости и идти. Где? Ну, скорость пошла, да. Да, к чертям. Давай, давай, кого еще забодать? Все, 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 не могу забодать уже никого. Но, слушайте, вообще интересный вариант. Где и за сколько ее можно купить в Стиме? За, я даже не знаю, сколько там со скидочкой. Она, по-моему, там... 6-7 долларов. По-моему, она без скидки 9-10 баксов стоит. 9.99. Игра очень классная на самом деле. Ну, как бы, да, есть любители таких игр, а есть не любители таких игр. Я никогда не относил себя к любителям таких игр, но Айзек мне очень нравится. Другие игры подобного жанра, да, вот... я, ну, просто не перевариваю, не понимаю, зачем в них играть. Мне постоянно говорят, поиграй там в Бошу, поиграй еще во что-то там. Но это же неинтересно все. Ой, слушайте, вот еще один знак зодиака, все статы ап. Хорошо, вот, неплохо так идем. Ты на камни обращай внимание. А я что, пропустил? Лапша пропустил? Лапша, как тебя зовут? А то называть тебя лапшой мне как-то не очень нравится. Я разве пропустил? Были где-то крестики? Я вроде не видел. Первого языка отдавали за 18 рублей на днях, да? Да, запросто. Ты проходил эту игру? Ну, как тебе сказать? Это очень такой сложный на самом деле вопрос, потому что пройти эту игру как бы нельзя. После первого прохождения открывается второе прохождение с новыми шмотками, новыми боссами и так далее, так далее. И очень-очень надолго. То есть это не такая игра, которую можно вот взять и пройти. Я в первом Айзеке, ну это как не дополнение, а продолжение, скажем, как переиздание оригинального The Binding of Isaac. Классно, мухи лопаются, обалдеть. Обалдеть. Так вот, там я открыл все концовки. Я, в принципе, считаю, что я прошел Айзека, да, потому что открыл все концовки официально. Но там есть еще достижения, а вот эти достижения, чтобы уже все выполнить, нужно очень много играть в Айзека, очень много раз его пройти.
от начала до конца. То есть мне ребята говорят, что пока я не получил одно из достижений, самое последнее, платиновый бог, я Айзека не прошел. Не имею права говорить, что я его прошел, а то вообще... Ай-яй-яй, от рук отбился, понимаете ли. Говорю, что прошел, а сам не прошел. Ой-ой-ой, уходим, поздно. Лера, на первом... Сейчас пропустил Лера, очень приятно. Так. На первом этаже разве не было? Я мог пропустить, я запросто мог пропустить, я как бы спорить не буду. Я вообще такой невнимательный, слушай. Так, давайте, пока пауков там нет. Ой-ой-ой, все хорошо, справились. И на моем экране с моей цветопередачей, допустим, камни, они должны быть, да, такого более синего-серого цвета, что ли. И на моем мониторе с моей цветопередачей они у меня все одного цвета на самом деле. Так что крестик я мог запросто где-то не увидеть. Я постоянно их пропускаю на самом деле. Отличная, фух, хоть не снесли. Отличная шипастая комната, просто супер. Так, комнату с боссом, наверное, я не пойду все-таки. Как и с пауками не выманил, да. Я этого Айзека за 60 наигранных часов открыл только 3 концовки, тут надо задротить куда больше, да. Да. 60 часов для Айзека это мелочь какие-то. По-моему, у меня около 120 часов наиграно в первого Айзека, но там концовок-то поменьше. Фистула. Или как-то так. В принципе, несложный босс, но противный. Еще противный за счет вот этих... О, хорошо. Хорошо. Нам по барабану на всех этих боссов, короче... Главное... Ай-яй-яй-яй-яй, вот это я плохо. Главное вовремя остановиться. ХП ап, отлично. Бандажик всегда приятно получить. Ну и все, больше нет у нас ничего. Бомбочка есть. 2 целых бомбочки. Так. Ну мы можем попробовать поискать секретку. Давайте пойдем... Супер секретку нет, наверное, а вот секретку... Может быть, секретка будет где-то там вот сверху между золотой и комнатой с боссами. Или там не бывает обычно возле комнаты с боссом. Даже не знаю. Нажми Tab, тебе удобнее играть с картой на полэкрана. Ну как, она мне пока не мешает. Пока что. Пока она небольшая, скажем так. А потом я ее выключу. А, вот здесь вот, да, может быть, в теории. Где-то. Так, вспоминаем. Бомбочка на геймпаде, это... Вот эта клавиша, по-моему, да. Но, видимо, нет. Может, она немного дальше была. Ладно, короче, не судьба. А есть какой-то сюжет у этой игры? Да, есть... Есть сюжет, но он очень такой психоделический. И по сюжету нам надо убить нашу маму. Сначала ее ноги, а потом ее сердце. Ну как-то так. А потом дьявола и ангел, а потом еще, наверное, что-то. Суперсекретки в 80 случаев в непосредственной близости к боссу. Ну вот тут непосредственная близость к боссу — это тоже 2 места. И это... Эти 2 места в 80% случаев уже входят, поэтому... Тоже, да. Я пропустил Clash of Clans? Да. Да. Пропустил Clash of Clans. Ой-о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 й
больно. Ну, давай, включайся, включайся. Просто заплевали меня к чертям. Ладно, рестарт, хотя нет, не рестарт. Давайте посмотрим, что здесь. Мухи. Давайте я все-таки еще разок.
Рандомом. Рандомом. Короче, беда. ГГ, да. Что за секретки? Это секретные комнаты, в которых может оказаться очень клевый лут. Поехали. Рандом, еще разок. Снова Айзек. Ну, Айзек, так Айзек. Что нам? Окей, без проклятий на этот раз, и то хорошо. Ну, посмотрим. Может, что-нибудь попадется нам в начале сочненькое. Так. И постараюсь я камушки не пропускать. Лера, слушай, ты если увидишь, что я камни пропускал, ты кричи. Кричи. Я надеюсь, я услышу. Ну, увижу, в смысле. Я вообще стараюсь как можно больше на чат внимания обращать, но... Тут не совсем та игра, конечно. Это не клашек, где можно чат спокойно сидеть, читать себя. Но все же. Так. Мимо. Еще одну мерзопакость убить, и мы посмотрим, что у нас сочненького здесь. Лазерный мальчик. Ну, в принципе. В принципе. Не так-то плохо. Если в рандоме выпадет рандом... Хороший вопрос. Скиньте ссылку, где все предметы. Держи. Ссылка на все предметы. К реберсу. И монеточка. Мне вот многие спрашивают часто, зачем я ломаю все костры и прочую, все какашки, да, и прочие эти глупости. Вот, кстати, камень я вижу. Я вижу. Камень, я вижу. Этот камень я вижу. Бомбочка. И два синих сердца. Хорошо. Довольно-таки хорошо. Кстати, вот тут, может быть, и секретка будет. Ладно, давайте пойдем, пока я синие сердца, наверное, брать не буду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, убегаем, убегаем. Убегаем, мочи. Робо-мальчик. Ой, слушайте, а что ты лопнул? Хорошо, замочили. Давайте еще. Ой-ой-ой-ой-ой, я понял. Я понял. Так, нет-нет-нет, давай-давай-давай-давай, все-все-все. Хорошо, два сердечка, если что там есть. Синие сердца я потом заберу, перед битвой с боссом, наверное, уже. О, пилюлечка выпала, смотрите, как хорошо. Ну, попади. Попал, молодец. Хороший мальчик. Робо-мальчик. А, кстати, вот уже у нас и босс тут. О, еще и сундук. Смотрите, какая сочная комната. Еще одна бомба. Бомба нам очень пригодится. Так, пилюлечка. Муха с пилюли выпала. Блин, как круто. Муха это орбитал, да, для тех, кто не знает. Она летает вокруг нас и защищает нас от выстрелов. Антон, сколько задержка? Примерно 30 секунд. Пиберти. Ну, в принципе, ничего интересного. Так. Давайте попробуем здесь поставить... Или суперсекретку посмотрим. Давайте суперсекретку. Когда смотрю Айзека на стриме, постоянно все спрашивают, что за игра. Тогда, когда на ютубе с тобой, Хома и остальные подсказывальщика. И так далее. Когда с тобой и Хома, и остальные подсказывают. Окей. Так, вот здесь нету и... Ну, должна быть, да? По этой 80% вероятности должна быть здесь. Но вот, мы в нее не попали, в эту 80% вероятность. Слушайте, я, наверное, не хочу не брать ни синие сердца, оставлю их на следующий уровень. Мы так затащим босса. Опять этот Гемини. Что пилюля дает? Разные пилюли дают разные вещи. Одна из тех, которые мы взяли, дала нам муху орбитала, который будет защищать нас от выстрелов. А вторая дала нам ничего. Такое тоже бывает.
иногда случается. Но могла дать нам какой-то отрицательный эффект, например, или урон нам нанести, или отнять контейнер со здоровьем. Так, хорошо. Туфли, рейндж-ап, куча сердец, никому не нужных. Давайте заберем синие сердца. Слей хп в комнате приношений. Слушай, ну давай. Два сердечка мы там можем слить. Но она настолько бесполезная, и плюс еще и там она же сундуки спавнит. Поэтому придется потратить еще и этот... О, смотри, кстати, смотри, с первого раза и повезло. Причем очень хорошо так повезло. Слушай, ну, спасибо тебе за идею. Очень такая хорошая идея. Ну, давайте еще одну хп. Ну, это... Да. Мне, например, с этой комнатой жертвоприношений, ну, практически никогда не везло. Вообще, то есть, ну, вообще. Я туда даже не хожу, потому что мне там не везет. Никогда, фактически. Я еще не до конца знаю игру, но у него же есть рога. Почему он ими не пользуется? Рога? У меня нету сейчас рогов. Рогов. Да? Рогов? Рогов. Нету. Так. И давайте заберем. Это у меня в прошлом забеге были рога, а сейчас уже нету. Так. И давайте мы, слушайте, можем 12 монет... Нет, пойдем лучше на следующий этаж и там уже в магазин зайдем. А следующий стрим когда будет по Клэшу? Бэтменник, я даже не знаю, когда вообще будет следующий стрим, поэтому ничего сказать не могу. Одно из моих любимых проклятий, проклятие темноты. Очень клевое, потому что ни черта не видно. Damage Up, терновый... Черновый венец, венок. Ну, короче. Damage Up — это всегда хорошо. Красные слезы. Очень красивое такое проклятие на самом деле. И ничего не видно. Это у меня еще гамма стоит выше немножко, чем стандартная. То есть на стандартной гамме... Ну, у меня монитор еще как бы поставлен так, что цветопередача в мониторе такая довольно темная. Насыщенная и... Ну, насыщенная. Ну, как? Ну, вроде как насыщенная, но довольно темная. Вот. И у меня на мониторе просто вообще ни черта не видно. Так. Давайте по очереди ломать эти шарики. Но это проклятие на уровнях утроба очень и очень много хлопот может доставить, потому что там у многих мобов остаются кровавые лужи, которые урон наносят. Вот. И вот как раз на уровнях утроба это очень... Я там умирал из-за такого проклятия не один раз. Потому что просто не видел эти лужи. Так, хорошо. Хотя бы какой-то айтем на пробел у нас есть. Так. Первый раз такую мапу вижу. Ну, да, вот такая есть. Проклятие такое. Это, ну, мне на самом деле просто повезло, что оно на вот, ну, довольно низком уровне. На довольно простеньком. Если было где-то повыше, то да, хлопот оно доставило бы. А тут, в принципе, проблем, я думаю, не будет. Единственное, что ничего не видно. В утробах у тебя обычно полет. Ну, далеко не всегда. Далеко не всегда получается взять полет до утроба. Так, магазин. Ну, в принципе, ключик один есть, давайте зайдем. Слушайте, Библия. Снова Библия. Может взять? Или не брать?
Ребята, брать Библию? Что скажете, брать Библию или вот не брать? Потому что у меня есть один противный зритель, который мне на каждом видео на Ютубе, ну, на каждой записи стрима на Ютубе, которое я выкладываю, там, где есть Библия, он мне говорит, что фу, с Библией неинтересно, я даже смотреть, типа, мол, не буду. Будем брать Библию? Понятно, что Библия после мамкиного сердца мне ничего не дает. Бери, бей донат машину. Донат до 300 будет 5 айтемов в магазине. Да, я знаю, я знаю. Я в процессе. Я просто редко играю, и поэтому не это. Не надонатил себе еще. Раскачаешься сам, не бери. Ну, большинство людей говорит, чтобы я брал Библию, поэтому, да, давайте. Все просто хотят посмотреть, как я спокойно пройду маму и маме на сердце и пойду дальше. Вот, поэтому потратим 15 монеточек, возьмем Библию. Вот, ну, да еще все равно не факт, что мы, да, я пока побегаю по этажу, пособираю, может, не придется взрывать мою донат-машину. А, кстати, вот тут ребята тоже есть такие противные с лужами. Кстати, так, как-то я... я что-то в угол себя так загнал, нехорошо. Непорядок. А, может быть, найду монетки и не придется взрывать донат-машину. Две бомбы есть. Камней вроде бы я не вижу. Большинство людей глупцы. Ну, Happy Steve, знаешь. Я, в принципе, с ними полностью согласен. Я вот Библию возьму с удовольствием. Вот. И если большинство людей это одобряют... смотрящих в прямой эфир. Так, то я с удовольствием возьму. Так, ну, гадость, давай, давай. Нет, сюда мы плохо пришли. Но я получил только один ключик, и у нас тут босс. Давайте, может, босса пойдем убьем, потом вернемся. Че нам? Монстра, простенько. Главное затащить. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Все, лопнули эту гадость мерзкую. Скука, все, ухожу. Ну давай, Happy Steve, пока. Слушай, это не ты ли мне на Ютубе каждый раз пишешь про Библию? Антона, что этот предмет дает? Какой именно? Библия? Библия убивает маму и мамино сердце с одного юзания. Так, есть шанс, что будет второй забег. Да. Ночь, луна, Айзек, кусок говна. Отлично. Так, я там хотел посмотреть, что. Брам-бам-бам-бам-бам. Но бери, главное затащить, да. Окей. Денег мы не нарыли, кстати, комната дьявола. Хоть что-то мы нарыли. Эта штука дает нам челлендж-ап, и ее я брать не буду. Я оставлю себе хп. Давайте я сейчас еще быстренько проверю, что она дает более конкретно. Ну, по-моему, она дает Challenge Up, Evil Up и, собственно, я думаю, что мне и так будет норм. Так, где эта штука? Повязка на голову с сердечком. Не знаю, как она называется, правда, поэтому здесь найти ее будет не так просто. Она дает шанс на вторую жизнь. А, и все? Слушай, и все? Happy Steve. Все? Только дополнительную жизнь, вероятно. Тогда я тем более брать не буду, потому что... Хотя одно красное сердце. Она у меня пока что ни разу не работала, вот эта вот дополнительная жизнь. Ну, вообще ни разу. Ладно, Happy Steve, я верю. С половиной сердца? А, ну тогда вообще... Тогда вообще. Хома вернулся, хорошо. Айзек, да. 50%, да. Я в эти 50% ни разу не попадал. Брал этот айтем, по-моему, ну, раза 3 точно. Было дело на стримах. И ни разу вторую дополнительную жизнь я не видел. Ну, придется взрывать автомат. Так. Бомбочка. Слушайте, надо было бомбу немного ближе пододвинуть, чтобы это чучело взорвать. Из него тоже могло что-то выпасть. Ну и берем Библию. Берем Библию. Окей. Okay.
Так. Котейка тут реально стащит Гуппи. Собрать стало гораздо проще. А, да. У нее минусов нет. У нее минус в том, что она забирает целое сердце. Целое сердце. А я не большой любитель играть, когда мало сердец. Я больше люблю такой более практичный вариант, скажем так. Не рисковый, менее рисковый. Поэтому... дает 50% на возрождение каждый раз после смерти, а не только один раз бери. Ну, во-первых, я уже вышел из комнаты дьявола, и она у меня уже закрыта. Ну, а во-вторых, что я же говорю, я ее брал три раза, и ни разу, ну, точно три раза, может, даже больше, и ни разу она у меня не срабатывала, ни разу. Поэтому я брать ее не стану и тратить на нее сердце, на то, что не работает, ну, я не вижу смысла. Так, давайте берем пилюлечка. Кстати, пилюлечка, по-моему, муха, да? Еще одна будет муха. Если я не ошибаюсь. Давайте сейчас. Да, Pretty Fly. Еще один Pretty Fly. Отлично, второй орбитал. Ой-ой-ой-ой, что-то я разогнался. Второй орбитал, это уже хорошо. И одну монетку мне дали. Одну монетку дали. Это один из предметов для прощения в Гуппи. У него минусов нет. А, да-да-да-да. Это я уже читал. Это я уже читал. Поехали дальше. Ну, да. Все как обычно. Все как обычно. Тролль-бомба. Без них никуда в этой игре. Так. Нет, спасибо. Можно было бы потратить, попытаться бомба его вытянуть, да, но я не стану бомбочку тратить, не хочу. Сработало же один раз на стриме? Нет, у меня ни разу не срабатывало. Во всяком случае, я не помню, но, по-моему, ни разу не срабатывало. Так, идем. Еще один знак зодиака. Спиддаун плюс рейдж. А, ну опять же, Таурус, в принципе, хороший знак зодиака. Мне он нравится. Монеточка. Чтобы вступить в твой клан, нужны какие критерии? У меня нету клана по The Binding of Isaac, поэтому я не знаю, что тебе рассказать. Ничего тебе не могу сказать. Но могу сказать, что у нас есть группа ВКонтакте. И ты можешь поискать ответы на вопросы там. Я вообще не люблю вопросы по... По левым, скажем так, играм, в которые я на данный момент не играю в стриме, не люблю вопросы. Для этого есть перерывы, для этого есть другие стримы, для этого есть записи стримов, там можно спросить где угодно, здесь не надо. Здесь и так, я очень и очень... можно Библию потратить, слушай, да? Ну давай. Ну давай. Потратим Библию. Ключик и три монетки. Окей. Я надеюсь, что не будет какого-то более удачного места, где я мог бы Библию потратить. А то может оказаться так, что я немного поспешил. Вот, например, здесь можно было... О, бомбочка. Надо было ее куда-то попробовать зашвырнуть. Ну да ладно. Играл в Blade of Darkness. Это такая старая экшен-рубилова, по-моему, если это да, то туда играл. Там, где был воин, лучница, еще кто-то там был, какой-то третий, по-моему, персонаж был. Я только что-то воина и лучницу помню, или она даже не лучница была, ну короче. Глаза от графона вытекли, но в общем неплохо, ну да, старая игра. Очень старая игра, но хорошая. Я тоже не спорю. Так, а вот теперь давайте мы поищем. Слушай,
Дэн Семён, я тебе ответил, и я тебе ответил то, что я не приветствую вопросы по поводу Клаша на стриме по The Binding of Isaac. Поищи ответы в группе ВКонтакте, где-нибудь еще. Но здесь мне чата хватает, чтобы читать, и без Клаша. Надо было об этом спрашивать на Клаша. Сейчас не стоит. Повторю второй раз и последний. Так, тут у нас, значит, не будет, да? Секретки. Так, 5 бомб. Давайте суперсекретку попробуем возле босса поискать для начала. Ага. Ну, может быть, здесь. О, отлично. Ну, как отлично. Не очень отлично. Особенно учитывая то, что денег у нас мало. Ну ладно, давайте пойдем пока посмотрим, что еще есть. Играть-то хоть научился уже? Doomsday, слушай, я всегда умел играть. Я вообще играю лучше всех в Айзека. Что за глупые вопросы? Такс. Ну пойдем где-нибудь попробуем. Секреточка, секреточка, где бы тебя наколдовать? Слушайте, а может быть... А, нет, не может. Нет, может быть, подождите. Может же быть. Нет, тут не может быть. Донать, донать, донать. Слушай, ну, Потап, не, что-то как-то не очень донатить. Грибы взорви. Надо сначала секретку найти. Мне кажется, она или здесь будет, или там вот сверху. Да, есть. У-у-у, бабосики, ребята, смотрите, как нам повезло. Ну, вообще просто супер. Ты играл или играешь в Elder Scrolls Online? Нет, не играл и не буду. Так, что я там? Выше золотой? Нет. Нет, выше золотой там, вон, шипы и пропасть, там не может быть. Так, значит, мы теперь можем сходить и в магазин. Где магазин? Кстати, что я тебя не вижу? А, вот магазин где-то чуть ниже. Вот тут вот магазинчик. Давайте зайдем в магазин, посмотрим, что у нас тут интересно. Тут ничего интересного нет, поэтому мы пойдем на игровой автомат, все сольем. Там и синие сердца могут выпасть, и карты разные, вкусные, и... И что еще? Разные эти тринкеты тоже могут выпасть, поэтому, мне кажется, полезный автомат такой. Как минимум, сердца всегда приятно. Это ерунда какая-то, по-моему. Вот эта вот тема хорошая. Так, карточки пошли. Так... Пятерка. Не помню карты. Пятерка. Два сердца душ спавнит. Хорошо. Наверное, пока оставим. Оставим. Юзать, может быть, не буду. Но оставлю. Клаш уже был? Да, клаш уже был. Скажи, на лицензии Террарии кооп через хамачи или встроено? Ну, встроено по этому, по как его, по, просто по IP-адресу. Но там, если роутер, то нужно открывать порты и все дела, поэтому, да, могут возникнуть небольшие проблемы. Гриб. Гриб тоже клевый. Сейчас я быстренько гляну, что конкретно эта рука дает. Да, рука заменяет все обычные сундуки красными сундуками. Поэтому я руку все-таки оставлю. Автомат я, наверное, уже взорву. Потому что мы сейчас уже идем к боссу. Нет. Нет, 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 нет. Слушайте, камень. Я, наверное, все-таки возьму. Блин, сложный выбор. Опять же.
Красная лапа серьезно повышает шанс дропа красных сердец. Но, блин, а черная лапа дает шанс, не шанс, а все сундуки меняет на красные сундуки, которым, во-первых, не нужны ключи, а во-вторых, из которых могут выпадать просто нереально крутые вещи. Так. Вот. А вот камушек, как бы такое дело. Не особо-то я хочу, наверное, камушек брать, потому что он дает бонус, насколько я помню. Шанс выпадения каких-то полезных айтемов из камней, когда мы ломаем. У меня ничего нету, чтобы я камни мог ломать так хорошо. Профессионально. Поэтому... Ой-о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 й. Слушайте, какая гадость. Хватит тут летать. О, да, поехали. Поехали. Давай. Не успел. Как минимум босса успел завалить, так что норм. Все, сердечко забрали. Берем палки в глаза. Тирс плюс шот спидап. Это всегда приятно. И, ну, поехали дальше. Тох, попробуй красную лапку. В красных сундуках мухи и бомба. Ну, это да, есть. Ну, ладно. Вот хочешь красную лапу? Давай я возьму красную лапу. Я пойду на уступки. Антон, что ты думаешь про падение рубля? Я ничего не думаю про падение рубля, потому что я живу в Украине. У нас тут точно такое же падение гривны, поэтому... Я ничего не думаю. Мне все равно. Я получаю зарплату в долларах, поэтому... Меня как-то оно... Пока что не особо коснулось. Моя любимая аркада. Но пока я туда даже не пойду, наверное. Ну и давайте зайдем, посмотрим, что тут. Какашечка есть. Что у нас тут? Ничего у нас тут нет. Оставим ее пока в покое. Это сердце ребенка. Какая красная лапа, блин. Ой, зря. Слушай. Слушай, ну Санта, говорят, что ты меня подставил. Говорят, что ты меня подставил, похоже. Ух ты. Одна комната, я смогу все это забрать. Все это добро. Блин, сколько синих сердец, круто. Или я могу здесь все добро забрать. Слушайте, это... Давайте сейчас посмотрим. О, белая монетка, блин, это можно играть, не переиграть. А, это заморозка. Заморозка это. Я думал, это увеличенные слезы, а это просто заморозка. Такое дело. Время поговорить про политику. Хома, хочешь бан? Ты же понимаешь, Хома, что за политику у нас банят, а после бана модераторство не восстанавливается. Ты же понимаешь, я надеюсь. Хома, тебя подменили где-то. Значит, падение рубля тебе даже на руку, если ты получаешь зарплату в гривнах. С одной стороны, да, но с другой стороны, при падении рубля, гривны, неважно, возрастают цены на практически все товары. Я уже молчу про то, что на технику то просто цены взлетают невероятно. Но и на все остальные товары тоже цены потихонечку возрастают. Поэтому оно на руку быть никак не может. Это в любом случае это плохо. Ну, я же говорю, пока что просто меня не особо коснулось. Ну, хотя как, коснулось. Я ту же видеокарту покупал относительно недавно, уже по новым курсам. Вот, и цены на технику, как я уже говорил, просто... Хочешь политсрач, Хома? Ты хочешь просто сам всех запланить, да? Нет. Нет, не будет тебе такого счастья. Ладно, в магазин мы попозже зайдем. Что у нас? Нам там еще далеко, да, до... Да вообще далеко, короче. Давайте босса убьем тихонечко. Мега Фетти.
противный босс такой. Я, может, просто не умею еще его убивать нормально. Заморозочка, может быть, поможет. Ну и в любом случае мне поможет этот мой Таурус. Да, можно просто взять его и забодать к чертям. Давай, давай, умирай, 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 умирай. Не хочет он умирать. Толстый босс. Притягивает еще. Ну, мы легко с ним справились на самом деле. Так, пилюля и пилюля. Ну, в общем, давайте я возьму вот эту штуку. Шот спидап еще выше, да, отлично. И комната дьявола. Нож, ребята, нож. Смотрите, дети, это нож. Я думаю, если бы я не взял нож, вы бы меня не простили. Вы бы меня просто не простили. Поэтому я беру нож сразу, и пока что мы пойдем погуляем немного. У нас есть еще вкусняшки на этом этаже. Тем более у нас синих сердец сейчас много. У нас еще, кстати, там магазинчик есть, но потом мы зайдем. Антон, ты зарабатываешь на жизнь только видосами и стримами. В основном, да. В принципе, за год ютуберской деятельности, за год, говорю, за год, за два года, практически за два года с половиной ютуберской деятельности я уже могу себе позволить заниматься только этим делом. Но это я же говорю, за два года. Ай. Да и то сейчас как бы что-то. Цены на рекламу все меньше и меньше, и заработок на Ютубе тоже все меньше и меньше. И просмотров у меня в три раза больше стало, да, а денег стало, ну, по сравнению, допустим, с прошлым, не с прошлым годом, ну, вот буквально там, если взять там пару, не пару месяцев назад, ну, где-то полгода назад, то просмотров у меня стало в 2-3 раза больше сейчас, а денег я получаю еще меньше, чем тогда. Но это из-за, опять же, курса доллара, потому что меньше рекламодателей заказывают рекламу, ну, и, короче, в целом-то. Ты не взял книгу, почему? Слушай, Хипестив, а зачем мне дурацкая книга, если у меня Библия? Сколько ты получаешь месяц в среднем? Хома, есть же замечательный сайт Social Blade, ты можешь там посмотреть. И не спрашивать. Так, а вот теперь где мне полетать лучше, я даже не знаю. Где мне Библию лучше использовать? Здесь и взять монетку? Давайте мы в магазин зайдем, посмотрим, что там продают. А, профессия какая у тебя в дипломе? У меня есть сертификат веб-дизайнера. Карта. Карта — это хорошо. Есть сертификат. Сертификат. Ну да, наверное, что-то типа того. Этого. 3D визуализатора. Вот как-то так. А институт я забросил на четвертом курсе, потому что я пошел работать тогда. Работал. Первичной бухгалтерией занимался в супермаркете. Пом-пом-пом. Монеты, да? Юзай полет в комнате с деньгами, купишь батарейку. Все. Понял. Понял. Все понял. Все понял. Есть контакт. Все собрали. Такс. Теперь идем покупаем батарейку и все. Все. Что все? Что все мы покупаем? Батарейку и карту мы покупаем. Батарейку покупаем. Карту покупаем. Ну и пока, наверное, все. Блин, я бы задонатил. Тоха, юзи не карту. Ну ладно, в принципе, можно юзнуть карту, я думаю, как бы. Так, вот это клавиша, да. Все правильно. Так. И, кстати, вот этот мой пацанчик с ножом. Хотя, в принципе, нормально. Стреляет потихонечку. Ключ купи.
Да, в принципе, ключ, мне кажется, не особо мне сейчас нужен. На следующем этаже мы там одну комнату откроем, а дальше мне хватит. Там монетки. А вдруг на следующем этаже что-то будет сочное в магазине продаваться? В любом случае, мы здесь юзаем... А, кстати, три монеты я могу ключ купить и здесь, да? Юзаем полет, забираем вот эти три монетки несчастные. И все, все, все. Синее сердце нам очень пригодится. И... Ладно, согласен, ключ куплю. Ключ куплю. Все, пошли. Иди в аркаду, лучше там слей деньги. Слушай, блин. Это тоже как вариант, в принципе. Во-первых, давайте мы посмотрим, где у нас может быть секретка. Здесь не может быть. Сверху тоже супер секретка. И там тоже не пахнет, как ни странно. Мы сейчас, кстати, пойдем с боссами повоюем. У нас есть такая возможность. Какие игры ты собираешься проходить в следующем году? Не знаю. Я жду этот... Division. Оу. Смотрите, как повезло нам. Прам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Поехали, короче. С боссами повоюем. Купи кирпич. Пацан превратился в девочку. Разве? А, ну ты про туфельки, да? Ты про эти туфельки? Ну, может быть, конечно. Так. Ей! Слушайте, а нож мне, да, не очень на руку. Хотя, в принципе, ну да, заморозка это работает иногда. Но там скорострельность была такая хорошая и с ножом. О, смотрите, нет. Вполне, вполне хорошо пошло. Вполне хорошо. Немного мы здесь полезных вещей набрали. Хотя есть сердечко, мы можем пойти еще задонатить пару сердец. Блин, надо было идти донатить сначала, да, а потом собирать там сердца. Точно. Когда будешь искать секретки, проверяй соседние комнаты, если в одной из них будут препятствия, чтобы не открыть там секрет. Да, я знаю, это я знаю. Не всегда, конечно, хочется там оббегать полкарты, чтобы посмотреть, есть ли там где-то эти самые, да, но... Ну да, я с тобой согласен. Это надо делать. Так, забираю еще одно сердце. Где ты валяешься? Вот ты валяешься. Пойду я его тоже сдам. Норм туфли. В Каражане такие падают. Отлично. Так, раз. Слушайте, как мне на бабки-то везет. Вообще просто фантастика. Ну и давайте теперь мальца попробуем развести на что-то полезное. Ух ты, елки-палки. Так, а... Почему опять айтемы начали по два падать? Я что-то не понимаю. Почему иногда они то вообще не падают, а то по два все время? Что происходит? Ну ладно. Просто повезло, видимо, да? Сердец будет много. Может быть. Может быть. Неделю стримчиков не было. Да, Хит, привет. Можно сказать, практически две недели стримчиков не было. Сейчас просто новогоднее такое настроение, и у меня Наташка сейчас дома практически все время, поэтому у меня нет особого желания стримить сейчас. Да и, в принципе, возможности как таковой нету, потому что Наташка опять же дома. Вот. Степан, я думаю, что данный вопрос тебя никоим образом как бы не касается. Что ж такое? Знак равенства нельзя в чатике юзать. Почему нельзя? Можно? Может, ты их слишком много там начал юзать? Или еще чего? Что тебя мобот за это? Может, просто у тебя в твоем сообщении больше
знаков равенства было, чем букв, тогда он может забанить за такое. Ну, не забанить, а за удалить, короче, сообщение. Или замутить там на 2 минуты. Я, если честно, уже даже не помню, что он там делает. Давайте сейчас еще разок. Давай, еще разок. Такое. Не страдаешь залипанием? Ну тогда не знаю. Он, ребята, равно пишет, и нормально все у них. А, хотя нет, смотри. Пошли, ребята, пошли. Воу-воу-воу-воу-воу, отстань от меня, гадина. Хорошо. Мы сейчас бомбами разжили. Сейчас пойдем искать секретки. Супер-секретки. Очень такой у нас продуктивный этажик получился. Хоть мы и времени вроде как много здесь потратили, да, но на самом деле очень с пользой все это дело провели. Ну, какашку дай мне, давай. Ой, смотрите, всех пошли это. Мубот испепеляет, слушайте. Тишина в чатике сейчас будет такая. Это же хорошо. Так, так. Так, ну давай уже, давай. Да, ну что такое, не хочет он мне, короче, давать эту штуку. Все, я думаю, я монеток немного оставлю. Немного оставлю. И давайте я повзрываю все вот это. Хотя, слушайте, может монеты будут где-то в секретке. Давайте мы пойдем поищем секретку и суперсекретку. Кстати, вот тут и тут не будет ее. Ха. А тогда? Тогда? Тогда где? Секреточка, где же ты? Где нам тебя искать? Давайте суперсекретку вот там вот поищем в дальнем самом, в дальней вот этой вот комнатке. Да, может быть здесь. Стоп, или может быть она... Там магазин, там не может быть она нигде, там тоже не может быть. Там не может быть. Черт кто знает. Давайте здесь положим. И здесь бомбочку. О, смотрите, повезло. Антон, взорви там все. Да, сейчас, может... Ох ты, елки-палки. Может случиться так, что я найду еще монет, и я там лучше еще поиграю. Я взорву его. Сердечко я только получил. Так, это мы суперсекретку нашли. А теперь секретку, где бы нам найти? Здесь ее не может быть. Сверху тоже не может быть. Снизу вот здесь тоже не может быть. Под магазином, в смысле, вот здесь вот, да? Видишь, нет, не может быть. Так. Вообще какая-то такая интересная. Интересное такое место. Может быть, тогда здесь тоже не может быть. Хорошо, может быть, с той стороны. Поставь бомбу у камня, где два сердца. А мне кажется, этот камень взорвется, и я туда пройти не смогу. Этот камень, по-моему, полностью взрывается, так как в нем бомба. Мне кажется. Я могу ошибаться. Справа от большой комнаты есть секретка. От большой... А, ты имеешь... Вот здесь вот, да? Вот тут вот. Ну, хорошо. Давай посмотрим. Да, ты угадал. Молодчинка. Ну, немного денег мы раздобыли. Немного денег и дополнительные две бомбы, которыми мы можем что-нибудь еще пойти и взорвать. Во-первых, я хочу взорвать, пойти вот здесь вот что-то. Тут взорвать ничего не получится. Значит, будем взрывать грибы. Будем взрывать грибы, из которых ничего мне не выпадет. Такой план меня не устраивает. Нет, реально меня такой план не устраивает. Ну тогда идем, короче, в комнату игровую и там повзрываем все сейчас. Сколько тебе лет? Я 85-го года рождения. Давайте вот там человек просил взорвать, давайте попробуем. Да, видишь, этот камень взрывается полностью. Он мне никак не помог бы. Ай да я, да, молодец.
Молодец. Так. Что мы взорвем? Первым делом. Давайте, может, еще у малого. Я хочу у него эту шапку выиграть с мухами. А он жучара такой, понимаете. Ладно, не дает мне шапку, взорвем его тогда. Угу. Ключик и две бомбы. Давайте еще можем. О! Но выпало. Ну вы поняли, да? Понятно. Лучше бы деньга выпала. Одна монетка хотя бы. Я и то был бы больше рад. Но монетка, кстати, выпала. Что тоже не может не радовать. Все. Комнату зачистили полностью. Хома, правило для всех. Еще раз, и ты тоже получишь бан за капс. Учись культурно общаться. Даже если тебя что-то не устраивает. О, и белое сердце мы взяли и прыгаем теперь. Все. Лучше третью муху в автомат. А вдруг? Ну, в принципе, ладно. Уже не важно. Уже не важно. Curse of the Lost. Ну, блин. Это у нас получается на этом этаже... блин. На этом этаже у нас и мамка, и не мамка, короче, будет. Все на этом этаже. Вот я не люблю проклятие это потерянного, или как правильно, даже не знаю. Не люблю его. Честное слово, не люблю. Кто здесь? Ой-ой-ой-ой-ой, гады, ненавижу вас. Ну, давай. Где вы? Где вы? Головешки, блин, сколько вас? Лопнула одна. Давай, давай. На тебя. Люблю нож, потому что... люблю нож и геймпад, потому что можно бросать его по диагонали. Ну, кто? Давай. Эп, не попал. Так, с какой стороны он сейчас вылетит, я уже даже не помню, как это дело работает. Отстань. Отлично. Да, вот... Фомих... Ну, в общем, человек правильно... Пишет, что ты модератор, ты должен быть примером для подражания, а ты бомбишь. Как школьник хотел сказать, хотя, наверное, шутка не смешная, учитывая то, что ты школьник, да? Ой-ой-ой, рученьки. Мамина рученьки. Так. Очень неудобно с ними бороться. Ножом. Хотя, смотрите, я две снял. Окей. Ей. Ой-ой-ой, больно было. Это я так зря. Хома, про культурно я имел в виду не капсом. Ну ты понял. В любом случае. Капс — это уже проявление твоей некультурности. Неуважение вообще к другим зрителям. Поэтому, ну, Кухома, что я тебе рассказываю? Ты и так прекрасно все знаешь. Я как в самом деле прямо. Так. Ой-ой-ой, маски-шоу. Маски шоу, ёлки-палки. Это да, это... ГГ. Что ты... Откуда ты взялась? Гадская зараза. Блин. Вот это фейл был. Столько сердец мы потеряли. Вот это да. Ненавижу. Если будут еще маски... Кстати, смотрите, там вот маленький крестик. Давайте попробуем взорвать. Слушайте, хорошо мы так взорвали. Однако.
культурно не то, как ты пишешь, а то, что ты пишешь. Я с тобой не согласен. Я с тобой не согласен. Так, тихо, тихо. Все, всех полопали, окей. Хорошо. Все, Хома. Пока. Поздравляю тебя. Ты слишком много правил нарушил на этом стриме, и ты больше не модератор. Так что можешь больше не рассказывать людям о том, что нужно родиться модератором, чтобы стать модератором. Видишь, ты не родился модератором, увы. О, слушайте, как мне повезло. Еще получается два сердечка синих. И Джокер. Джокер, Джокер, Джокер. Блин, даже не знаю. Был Хома, нет Хомы. Да. Вот на этом этаже комнату с реролом этажа. Блин, даже не знаю, но здесь же просто, понимаешь, здесь, насколько я помню, всего одна сокровищница будет, а не две. Поэтому это уже плохо. Это все плохо. Так, сердечко пока я брать не буду. Комнаты, комнаты, комнаты простые. Ничем не примечательные и неинтересные комнаты. Так, давайте мы... Ладно, это возьмем сердечко. Крестиков маленьких нигде нету? Вроде бы нигде. За что тебя забанили? Я не знаю, за что тебя забанили. Но если бы тебя забанили, ты бы не мог бы писать в чате. Что дает модер? Ничего не дает. Дает право... Ай-яй-яй. Дает право банить других людей. О, что это такое? Интересно. Я даже не знаю. Anti-Gravity Tears. Это, наверное, да, что-то, что мне никак не поможет. А, это слезы, которые можно было, да, настрелять, а потом отпустить, и только потом они все летят, да? Наверное, да. Сокровище 2 это магазин 1. А, окей, окей, хорошо. Две сокровищницы будут, если проклятие лабиринта, да? Окей, ладно, тогда не так все плохо. Как модером стать? Никак. Зачем мне модератор, если я и так вас прекрасно баню сам? В соло, как говорится. Ой, ой. Зачем? Я не знаю, зачем. Вот. Мне нужен модераторам Дима и Слава для того, чтобы я видел их сообщения лучше. И Маша. Больше мне модераторы не нужны. Так. Я возьму вот эту, хотя она мне здесь не поможет, да, с ножом. С ножом она мне не помогает. Вот, блин, была бы это... Да, не помогает. А, стоп, это скорость. Это я ее все время с раком путаю. С раком путаю. Это скорость бега. Хотя... Нет, скорость, да, есть. Хорошо. Чувствуется. Согласен. Все, взяли. Скорость — это хорошо. Зачем модеры, когда сам банишь модеров? Вот, правильно. Правильно. Так, вторая рука есть. Словили их всего две. Хорошо. Ой. Давай, шлепни меня. Нет, ладно, не надо шлепать, я сам тебя отшлепаю. Ох ты, елки-палки. Ай-я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 й. Все. Но все равно было довольно больно. Антон, тебе помочь люди хотят как-нибудь? А как?
Принимаем материальную помощь в неограниченных размерах. Ссылки в описании. А другую помощь я даже не знаю, как бы. Помочь побанить людей, ну, это такая помощь, знаешь, очень сомнительная, потому что... Ну, короче, это сомнительная помощь. Нет, не угадал. Тем более у нас, как бы, ребята на самом деле в последнее время очень спокойны, и я очень редко кого мучу и баню вообще. Поэтому просто не нужны модераторы. Так, хорошо. Золотой ключик. Это хорошо. Так, и гадские костры, которые я, наверное, не взорву одной бомбой. Блин. Что? Из тебя тоже не выпало? Ах ты ж, зараза. Из тебя не выпало? Блин, из них сердца должны выпадать. Ай, ой, ай. Все как-то не очень идет на самом деле. Джокера юзай. Блин, я даже не знаю, смысл мне сейчас юзать Джокера. Да, ну давай заюзаю. Мне кажется, просто смысла нету. Потому что у меня нет лишних сейчас сердец, чтобы их отдавать. Вот. И разве что здесь появились бы сундуки, тогда да. А так нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Так, давайте посмотрим, что мы полэтажа уже зачистили. Нас, в принципе, ждет еще одна сокровищница. У нас есть еще несколько валяющихся красных сердец. Посмотрим. Так, оп, не туда, не туда. Окей. Еще полкрасненького сердечка. Антон, твои подписчики, в том числе я, твое зеркало. Как ты себя ведешь на видео, так и мы ведем себя в комментариях. Ну не скажи, не скажи. Я как бы, да, понимаю, что многие мои зрители как бы, да, меня смотрят, наверное, только потому, что я там не матерюсь, как многие, как большинство летсплейщиков, да, и, ну, вообще веду себя как нормальный, адекватный человек, вот, и они потому что такие же, но я уверен, что у меня очень много зрителей, которые с удовольствием бы рассказали все, что они думают по этому поводу, и не только. А теперь по-любому после босса появится... Кто появится? А, ты в смысле про этого, да? Про комнату дьявола? Ну, это такое дело. После босса, не после босса, все равно она меня как-то не особо сейчас интересует. Если у меня было много красных, синих сердец и вообще много всего было, тогда да. А так как-то не очень. О, кстати, смотрите. А вот вам и синие сердца привалили. Это уже интересно. Это уже интересно. Вот этот малыш нам очень пригодится. Я более чем уверен, да. Как из донат-машины можно забрать деньги? Бомбу положить. Лера, просто бомбочку. Тихо. Нет, 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 я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Нет, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Фух, я успел. Я успел дождаться Тауруса этого. Но это было больно. Дай мне синее сердечко. Спасибо, спасибо. Вот хорошо. Фух. Это было жестко. А как же ты относишься к происходящему в Украине? Я отношусь к этому так, что любые разговоры по этому поводу караются баном. Даже не мутом, а просто баном.
Потому что у нас канал о компьютерных играх, а не о политике. Хотите послушать мнение интересующихся в этом людей? Для этого есть специальные каналы. Так. Пом-пом-пом. Три комнатки у нас осталось. Долго еще стрим будет идти? Посмотрим, посмотрим. Как попрет. Что там у нас? Это 5 монеток, да? Черная вроде монетка, а не белая. Она нас, наверное, все-таки не особо интересует. Так. Но надо... А, и получается здесь секреток-то тоже по одной штуке всего-то. Да. Здесь секреток по одной, а не по две. Стоп, или по две, ребята. Подскажите, может, кто-то знает. Теперь бери детское сердце обязательно. А ты точно детское? Сейчас я посмотрю по поводу того айтема. Да. Клинер, ну да, хорошо, согласен. Согласен, скорость... Я живу на этом этаже, вроде бы как выкинул. Сейчас мы малышу сдадим монеток немного. Донать попрошайки. Да, да, сейчас обязательно. К попрошайке мы придем уже в самый последний момент, я полагаю. У нас одна бомба всего осталась. Так, а где я выкинул? По-моему, там вот снизу, да, если я не ошибаюсь. Давай нам еще одно сердечко. Нет? Ах ты ж. Жлобяра. По-моему, да, сейчас уже надо, чтобы он два сердца проглотил, а не одно. Ну ладно, зато он летает, зато он сможет доставать сердца, которые я просто не достану. По звуку подождите название песни, я пишу тостер, там мне группа выдает. Называется группа «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки». Ты за 5 часов не проголодался? Сделай перерывчик. А я уже делал перерывчик, и не один. Я уже 2 раза пил чай с пирогом. Поэтому мне пока норм. Так. Я просто изначально планировал долгий стрим. Что, ну, что сегодня будет долгий стрим, потому что у меня Наташка поехала сестре своей помогать. Вот. Так, ну, заберешь? Давай, давай. Молодчинка. Поэтому у меня получилось постримить сегодня. Хорошо. Камень? Где был камень? Серьезно? Камень? Где? Сейчас пойду искать, смотреть на все камни. Антоха, ты охрип заканчивай уже. Да, Легос, я охрип еще 3 часа назад или 4, наверное. Как только начал стрим, по-моему. Так, как я шел? Этот камень не в счет. Где был камень? Лера, где был камень? Я не вижу. Так, чуть-чуть я вот так вот повыше сделаю. А сколько у тебя еще времени? О, слушай, я даже не знаю. После этого забега я позвоню Наташке, спрошу, как она там. Справляется. Исправляется ли вообще? Он просто камень с крестиком. А где? 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 Я бы взорвал бы его с удовольствием. Потратил бы... А подожди, мне, по-моему, бомба понадобится, чтобы к попрошайке дойти. Я не видел, во-первых, так... Камня с крестиком пока что. А, вон, вижу, вижу, вижу. Вот, камень с крестиком, вот он. Есть такой. Хорошо, сейчас я посмотрю, что там с попрошайкой. Если я к нему доберусь, я просто не помню. Антон, привет. Я смотрел, как ты играл в RimWorld. Это было офигенно. Хорошего тебе вечера и удачи. Спасибо. Спасибо. Мы обязательно еще поиграем в RimWorld, когда выйдет еще там несколько обновлений к нему. Вау, 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 вау. Вот это я пошел. Вот это я разогнался. Блин. Ну, олень. Ну, олень. Ну, надо ж так... Так, да, к попрошайке я не дойду, поэтому придется взрывать где-то здесь.
И давайте мы все бабки сольем по прошайке. Смотрите. Как минимум я восстановил себе сердечко. Да, олень, олень. О, давай, давай, еще одно. Отлично. Отлично. Живем пока. Вот этот, конечно, пацанчик очень нам помог. Очень. Давай, давай, еще одно сердечко принеси. А, так, слушайте, а уже теперь можно и подумать даже, чтобы взять чего-то у дьявола. Emergency 5 играл? А, нет, не играл. Олегос не играл. С черепов падает артефакт, ребенок скелета. С грибов артефакты грибы, да, но с очень маленьким шансом. Поэтому взрывать все подряд грибы и все подряд черепа, если нет бомб, то нету смысла. Так, там вон еще сердечко одно вижу. Пойду заберу. Я жлоб, я пойду заберу то сердечко. Все ради черного пацанчика. Не туда. Так. О, ту, смотрите, халява какая. Ну да. О, что? 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 Что произошло? Что произошло? Ах ты же гадина! Он мне вместо сердец пауков накидал. Что это было? Первый раз такое вижу. Что-то явно исправили с обновлениями. Вот это я сюда шел. Вот это я вот сюда шел ради этого? Ужас. В магазине бомба, да? Сейчас посмотрим. Хорошо, давай. Согласен. Гадина, пауков мне накидал. Ненавижу. Да, в магазине бомба есть. Я ее с удовольствием куплю. И... Да, мы, кстати, можем донатить все оставшиеся бабки в автомат. Нам еще донатить и донатить. Ждешь ли ты Mortal Kombat 10? Ну, не то чтобы прям очень жду, но да, я бы поиграл. Если он на ПК там выходит, то я бы поиграл. И теперь синий камень в большой комнате снизу был, по-моему, да? Сейчас на шипы главное не напороться. На шипы вроде бы справа. Слишком много сердец съел, да, наверное. Несварение пошло у него. Или что там бывает у маленьких демонических... ребенках. Короче, взрываем. Сундук. Ну ладно, у меня ключи. Ух ты! Ух ты! Ну, давай, давай. Дай мне сердце синее. Что? Все? Только не говорите, ребята, что ему дали какое-то ограничение на уровень по сердцам. Что, серьезно? Не сказать, что с маленьким шансом падают артефакты. Я вот сколько не взрывал, причем у меня были айтемы, которые, да, не помню, как они там называются, которые позволяют ломать все эти предметы. И я видел один раз только гриб, по-моему. И все. Хотя взрывал очень много всего, очень много. Выкидывает пауков красных, а в секретке с кучей красных сердец он кидает красные сердца. Ну вот смотри, только что я взял, видишь, Фауст? Взял сердце, и он мне выкинул еще одного паука. Может, он реально переел? Ну, короче, в любом случае, идем мы сейчас. Убиваем босса. Может, это проклятие? Не, ну он сначала нормально это выкидывал. Ой, маска. Ой, мама-мама, маска. Ой, смотрите, как повезло. Ой. И с ножом мне повезло, на самом деле. И с вот этой штукой мне тоже повезло, окей. Как минимум, мы открыли новый айтем. Это всегда приятно. Ну и идем теперь убиваем быстренько мамину маму. Да, взрываем тихонечко, забираем. Хэп-ап еще один и... Ну? А, не, смотрите, теперь нормально сердце выкинул. У него еще ограничения есть, вроде, сколько не помню, да? Странно. Так.
Айзек ужасен. А, в смысле? В смысле? Внешне, по-моему, норм такой, симпатяга. Но синий немного. Ну, без глаза, без одного, ну что поделать. Нравятся ли тебе игры в стиле DayZ? Ну, как ты думаешь, если я начинал свою, скажем так, ютуберскую деятельность именно с DayZ, как ты думаешь, нравятся мне игры в таком стиле или нет? Синего паука тебе кинул, да? А я думаю, откуда у меня этот синий паук? Так, что-то он жульничает, начинает, этот жлобяра. Жучара. Так, тут у нас что-то будет опасное. И это опасное что-то будет снимать нам по одному, по целому ХП уже, да? Окей, не пойду к нему. Не пойду к нему. Мы, наверное, что, сразу пойдем к боссу попытаемся. Во всяком случае. Так. Что там? Иди. На шипы. Окей. Ты только на ПК игры будешь снимать? Ну, у меня пока фактически только ПК и есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня есть еще PS4, но я пока... не знаю, там, по-моему, пока игр нету. Я ее купил, чтобы поиграть в Last of Us, но так до нее и не добрался пока что. Так, хорошо. Ключик шипастая. Потратить два сердца, чтобы попасть в шипастое? Нет, спасибо. И отгрести там пауков не хочу. А, будет клаш? Клаш уже был, ну что за... Ух ты ж, елки-палки, сколько... гадских скелетонов. О, хорошо. Хорошо, раздавили. Просто раздавили всех. А у тебя есть карта захвата? Нет, нету, Олигос. Нету. Если бы у меня была карта захвата, я бы, наверное, уже все-таки прошел бы Last of Us. Я думаю. Ну, потому что эта игрушка меня очень интересует. Но пока не добрался я до карты захвата, до всех этих приколов. Три бомбы у меня есть. Три бомбы. Слушайте, ну давайте я попробую поставить бомбу одну вот здесь. А, только лучше я... снизу попробую это сделать, потому что точно так... А, ну или вот здесь вот, да? Стоп, где? А, короче, вот тут лучше я поставлю. О, как хорошо, секреточка. А, пока чатик, пока Энтони, с наступающим Новым годом. Пока, Элстав, спасибо тебе еще раз за розыгрыш Террарии. И тебя тоже с наступающими праздниками. Так, хорошо. Пойду обходным путем, таким же. Антон, как открыть платинового бога? Задротить в The Binding of Isaac с утра до ночи. И рано или поздно ты откроешь платинового бога. Очень просто на самом деле. Сидишь, играешь с утра до ночи, и там где-то через, там, не знаю, месяцок беспрерывной игры ты сделаешь это. Автомат по сдаче крови. Ой-о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 й, побежали. Бежим. На тебя, гадина. Мимо, фух. Все, сняли. Дашь мне что-нибудь, нет? Не даст. Как ты относишься к стратегиям? К какому жанру лучше, пошаговый или типа пятой цивилизации? Так. Стоп. Пятая цивилизация и есть пошаговая стратегия. Может, ты имел в виду к реал-тайм или к пошаговым? Я стратегии люблю всякие разные. У меня на канале множество стратегий. Уже пройдено, ну или просто отыграно, скажем так, во множество стратегий. И еще много стратегий планируется. Ай, не успел, вот... В этом есть небольшой минус этого Тауруса. А, мимо. Сейчас. По стелсу. А, не получилось. Спалил меня, гадина. Есть. Фух.
расправились. Антох, разыграешь моих два гифта в конце стримчика? Хит, давай где-нибудь или на следующем стриме каком-нибудь, или я даже не знаю. Не надо людей приучать к большим количествам розыгрышей. Ой-о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 й. За один стрим. Мы сегодня Террари уже разыграли, поэтому, я думаю, пока что хватит. Пьюбарти, да. Это было у нас. Пока что, я думаю, хватит. Если ты совсем хочешь, да, как бы... дать нам их на развитие канала, так сказать, то можешь отправить мне их в этом, в Стиме, гифтики. Я их потом как-нибудь разыграю. На самом деле, вот, ребята, вот я не очень люблю розыгрыши, потому что последний раз, когда я на Ютубе делал розыгрыш, он закончился тем, что... из пяти победителей... О, рога Локи я открыл. И гриб получил. Что из пяти победителей... только трое мне ответили. То есть люди заходят на этот розыгрыш, да, ставят там лайк и коммент, бла-бла-бла. Слушайте, как я попаду в комнату к дьяволу? Ставят лайк и коммент на розыгрыше и просто уходят. И все, и забывают обо мне, о моем канале, об этом розыгрыше и обо всем. Вот такие зрители мне не нужны на канале. Поэтому розыгрыши — это не мое. Давайте мы сходим все-таки к дьяволу, посмотрим, что у него есть. Может, что интересного предложит. О, хорошо. Не очень, конечно, но... Хотя нет, смотрите, как хорошо. Ау, гадина. Но могло быть и лучше. Головешка Крампуса. В принципе, штука-то хорошая. В принципе, штука-то хорошая. Сколько у него там? Перезарядочка? Две? А, стоп. Оу, не-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 не. Смотрите, какая у него долгая перезарядка. Правильно? Он же считай, серой просто плюет. Но с такой перезарядкой нафиг она надо? Или я путаю с чем-то его голову? Сейчас я быстренько попробую посмотреть. Пам-пам. Не бери, не бери. Короче, все. Я не успел посмотреть, но ребята говорят, не бери. Я им верю. Не бери, значит, не бери. Библию вернем. Я чуть не вышел с этой головешкой без Библии. Что она дает? Я посмотреть не успел, опять же, да, говорю, что она дает, но ребята сказали, не бери. Я им верю. Гомно голова, все, понял. Дает какашки. Ух ты, елки-палки. Вомб такой большой. Так. Куда же нам пойти? Куда же нам пойти? Верхнюю, которая надо мной, большую комнату, нам идти, по-моему, смысла нету, мне почему-то кажется. Давайте вот, наверное, сюда пойдем. Ну, тут опасно, опять же. Дает серу в 4 стороны. Да, понятно. Сера 4 стороны, но с таким просто невероятно долгим КД она, ну никак вообще. Ой-ой-ой. Так. Стой. Хорошо. Червячки лопнулись, хорошо, отлично, наконец-то. О, игровая, ребята, игровая, я только сейчас ее заметил, игровая. У нас совсем мало денег, конечно, но все-таки это уже хоть что-то. Так, давайте будем теперь мучить этот автомат. Все ради третьей мухи. Опять Пьюбарти, по-моему, да? Да. В принципе, ладно. Но как-то очень печально зашла игровая нам. Очень печально. Ну, как минимум, синих сердец мы раздобудем, да? Черное, синее, хорошо. Дай нам еще сердечек, попрошайка гадский. Позязя. Ой-ой-ой, бомба. Ну, ладно. Ладно, взорвался, бедняга. Так, и я, наверное, тогда закину сюда бомбу сразу. Красные сердца сливать нам уже смысла просто нету.
Объясни смысл игры. Это платформер. В него просто нужно играть и побеждать. Так. Так, хорошо. Наверх нам идти смысла нет. Пошли дальше куда-нибудь. 5 бомб у нас есть, да? 5 бомб. Ай, не успел. Я хотел подойти к нему и не сложилось. Так, батареечка одна есть. Блин. Все. Хорошо. Так, что, давайте зайдем посмотрим. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Целых 2-3... Что? 3 сердца потратил. Ёпарасете. Ну, дай мне сердечко, нет? Это печально. А, проверить ту пилюлю? Давай, проверю. Но она же точно такая же, как эта. Разве нет? Сейчас проверим. Не вопрос. Не вопрос. Да, пибрать, она точно такая же. Иди в большую комнату наверху. Думаешь? А мне кажется, наоборот, что вот в этом вот длинном коридоре, вот здесь вот она будет, или здесь. Ну ладно, давай пойдем в большую комнату наверху. Ух ты, елки-палки. Ну, тут хотя бы комната большая. Мы сможем покайтить какое-то время этих пауканов, пока нам не вывалится этот... да, вот, именно этот. И теперь мы просто их задавим, и все. Все-все-все, уходи, 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 хватит, хватит, хватит. Так, а это что у нас? Pretty Fly. Нам не повезло с мухой на этом... Так, юзаем вот этой клавишей, точно. Ну и, собственно, здесь комнаты с боссом тоже нет. Нам не повезло с мухой. Блин, а может быть там... Вниз, влево, босс. Вниз и влево. А в самый низ, в большую, как ты думаешь? Или в дальнюю просто? Вот туда вот босс. Давай в большую зайдем. В принципе, в большой комнатке есть возможность покайтить, пока не появится этот Таурус наш, да? Все, и без проблем мы тут справимся. Хотя, если были здесь маски... Ой, что бы сейчас было бы. Так. Окей. И все, тут больше ничего нет. Ну, в любом случае, мы просто заходим сюда. Ой-о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 й
Фух. А, нет, сердечко. Сердечко, я тебя возьму. Я возьму тебя, сердечко. Так, юзаем Библию. Забираем сердечко и идем, перезаряжаемся. Перезаряжаемся. Так. И идем дальше. Так. Мне кажется, что вот в этом дальнем коридоре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то я затупил. Ну, недаром сердечко забирали. Недаром. Монеточка. Ну-ка. Да. Окей, еще монеточка. А, хорошо, идем. Оно живое. Убиваем сердце. Блин, еще и получил урон. Дай мне. Он опять мне не дал ничего. А, у тебя там все еще сердце ждет, или оно живое? Уже давно оно живое. Так. Нам, ребята, надо к дьяволу еще два раза сходить. Но я не думаю, что я дотяну до дьявола. Но в любом случае, я не дотяну как не до дьявола, как так и не до этого. Поэтому такой вариант
не устраивает. Павлова, у меня собор... Павло, у меня Павло, у меня собор... у меня получается... как он? Негатив? Негатив или как там? Негатив, да. У меня два негатива. Ну, хотя мы можем, в принципе, сейчас в собор зайти. Что за персонаж? Это... Сейчас. Каин. Каин. У меня просто собрано сейчас всего лишь два негатива и уже один этот позитив, как его называют, да? Или как там все это дело называется. То есть мне нужно к дьяволу... к дьяволу, много раз к дьяволу. Ну, много, еще два раза к дьяволу, поэтому, да, на сатану, гоу, поехали. Поехали. Это будет быстро, я думаю. Хотя нет, смотрите, мы вместо того, чтобы заспавниться где-нибудь в красивом месте, мы заспавнились черти где. Это Айза, Каина ты слил? Рандом выбрал опять же Каина. Мы опять за Каина играем. Рандом и второй раз тоже выбрал Каина. Не, я, конечно, могу что-то уже забыть и перепутать, как бы, да, всегда такой есть шанс. Но, ай-яй-яй-яй-яй-яй, хорошо, ушли. Сколько еще будет стрим? Просто недавно зашел. Но вот сейчас мы сольемся, потом я сделаю перерыв и узнаю, как бы, сколько у меня еще... Ой-ой-ой. Сколько у меня еще времени. А там посмотрим. Что они прямо так вот начали появляться за мною? Подлые призраки. Ай, я... но нет, это был вообще фейл. Да, вот этим мне и не нравится этот Таурус, потому что я постоянно фейлюсь и постоянно сам себе урон наношу. Давайте, у меня бомба есть, может быть, тут секреточка будет. Или сверху, или снизу. Вдруг нам повезет. Рандомайзека дал, серьезно? Значит, я обшибся. Смотрите, да? Экстра лайф нам выделили. Я не думаю, что экстра лайф нам поможет. Особенно, я не помню, оно с одним хп дает мне экстра лайф этот? Или не, воскресаю с одним хп, или с полными красными сердцами, которые у меня были. Даешь марафон 24 часа? Нет, спасибо. Простенько, в принципе, было. Вообще халява, смотрите, комната пустая. Черное сердце, хорошо. Ох ты, елки-палки. Ну, да. Вот это было круто. Это было очень круто. Ну, дай мне сердечко, нет? Фух, не потратить тут хп было круто. Но такие комнаты бывают еще более противные. Так, хорошо. Вот здесь я... А, там дырки я не достану, я понял. Так, нет, мне кажется, где-то дальше, вот здесь. Окей. Мне кажется, да, что босс будет здесь. Ой-о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 й
Очень плохо. Очень-очень плохо. Опять паука нам не дал. Гадина. Ненавижу тебя. Так, у меня есть еще 5 бомб. Давайте секретку поищем, попробуем. Нету. Секретка может быть там вот сверху, да? Печально, но я туда не пойду. Не пойду. Кстати, секретка может быть еще... Супер-секретка, в смысле. Может быть еще... Вот здесь. Да, может же быть. Может быть. Нет. Расходимся, господа. Конец забега. Да. На дьяволе я... Ну, хотя вторая жизнь. Хотя... О чем я?
Крест, крест, крест наверху. Стоп, хорошо. Крест наверху. Не увидел я пока нигде. Сейчас еще пойдем посмотрим. Сейчас мы... да, вот, да, вижу, вижу, хорошо. Давайте мы проберемся к нему. Как сочненько. Дашь мне сердечко на... Блин, сколько ты у меня уже захавал этих красных сердец и так синенькое не выделил. Ненавижу тебя. Может, попробовать повзрывать еще эти камни? Может, две бо... Хотя... какая разница? Какая разница? Так. Сейчас, секундочку. Окей, пошли. Ну, как минимум, это немного продлит нам жизнь. Это немного продлит нам жизнь. Ну, всем пошли. Пошли. Главное, Библию не заюзать. Это будет немного печально. Так. Окей. Окей. Тихо, тихо, тихо. Не нарываемся, не нарываемся. Добьем его ножом. Без проблем. Главная проблема будет с ногами, мне кажется, и вот с вот этой вот фазой. Так. Теперь пошли ноги. Ноги. Вот я бы сейчас бы очень бы хотел, конечно, увидеть этот, как он там называется. О, все? Что? 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 Юзай Библию, если плохо будет. Я ни одного хп не потерял на нем. Серьезно? Айзека вообще можно пройти? Да, можно, Олигос. Когда ты выполнишь все ачивки, ты точно пройдешь Айзека. И откроешь все предметы и, короче, полностью все. Да, смотрите, ни одного хп я не потратил. Вообще, изи. Не попался ни под что. Вообще просто затащил. Как про. Ну я же говорил Думсдею, что я просто как... Я лучший игрок в Айзека. Изи катка, да. Да, я сам в шоке, пацаны. Ушел пацанчик в сундук. Ты читер, ёпт, да. Что за уровни в космосе? Там, типа, не видно стен. Это последнее? По-моему, да. Это когда ты убиваешь уже сатану 4 раза, когда ты убиваешь после сатаны 4 раза ангела 4 раза. После этого у тебя открывается еще продолжение, и, насколько я понял, как это работает. И тогда вот у тебя уже... Вот, у меня получается 2... Оу, стоп, 4? 6 раз, да? А не 4, оказывается. А я-то думал 4. 6 раз нужно убить сатану, 6 раз нужно убить ангела после этого. А потом, подождите, может потом еще 6 раз надо кого-то убить? Я, короче, что-то я уже не знаю, что и как это там. Как говорил мой брат, скилл не пропьешь, да... Так, давайте посмотрим статы. Меня там ребята просили показывать. 31 смерть, 225 айтемов открыто, 13 убийств мамы, секретов 64, best streak, даже не знаю, как это на русский переводится, но в общем один. Лучшее количество, лучшее, не знаю, убийство в подряд, наибольшее убийство в подряд, ну как-то. А, и концовок у меня открыто, кстати, 13, да, осталось... Что осталось? 3 раза убить сатану, по идее, или как? Или как это работает, я что-то вообще не помню. Ник, Клаш уже был.
Да, ребята, я думаю, что конец стрима, потому что у меня уже горло все-таки устало, и 9 часов у нас уже, у вас у многих уже 10, фактически. Вот. Я этого чела после стороны завалил. Даже не знаю, какого. Вот. Да, будем заканчивать, ребята. Будем заканчивать, потому что я уже устал. И вы уже устали, наверное, да? Сколько? Сколько нас тут? Сколько нас... Сейчас. Ох, ну хороший был забег. Хороший такой. Очень удачный. 140 зрителей у нас сейчас. Ребята, спасибо вам все, что смотрели. С наступающими вас праздниками всех. Хорошего вам вообще следующего года. На случай, если этот стрим будет последним. Вот, но я... Не знаю, короче, посмотрим. Обещать ничего не буду. Да, уже мы заканчиваем. Заканчиваем, прощаемся. Слезные прощания, расставания. Не люблю я этого дела. Не умею я это делать. Ну, в общем, да. Ребят, все. Всем спасибо за то, что пришли на стримчик. И пока. Пока.